Да я уже шпионом буду, ебаная, бля, фекальная, это бля, место деструктивная, для бля, пизда, или бля. для Я уже хочу быть решения шпионом, каких-то бля. Второе. Своих нужд. Второе. Красный, да. Так, Ликс, смотри, в этом месте обязательно нужно приходить в какой-то специализированной форме? Ну, желательно, да. Металл, дерево или резина? Бля, чуваки. Что ответ, что сам вопрос? Ну, по идее... Да. Есть логика, есть логика. Есть логика, да. Есть логика. Ну, в Димане сложно начать найти логику в целом. Да. Нет, есть логика в определенном... Логика. В определенном месте, в определенном месте, в этом месте есть логика ответить. Ну, это слишком тоже обширно, понимаешь? То есть, да, по сути, хорошо, вот такой вопрос можно поставить под все локации, да, блядь. Нет, ребят, ну пусть лучше вопрос. Заранее не поясняйте, просто для себя ищите. А, ты мне сдавал? Да, конечно. А можешь повторить, пожалуйста? Металл, дерево или резина? Ну это бустер, ну, металл. Наверное. Ну да, хорошо, пусть дальше будет. Очень долго. Не-не, ну не важно, типа нам круг надо закончить. Не-не-не. Как ответили, так ответили. А много ли денег тратится в этой локации? Ну ты вопрос задаешь, который может как бы нас погубить. Слушай, ну ты, я в ресторане каждый день нормально оставляю. А, да? А, ну в принципе, ну окей, тут есть такие. Ну да, так да. Что, то, так что тебе лучше вот это было не говорить, блин. Алексей, спасибо за подставу. Ты ж, то, что ты же должен понимать, то, что во всех локациях это и казино может быть. А кто быть, нашел? И... А кто нашел? Нашел? Да. Он локацию случайно нашел. Ребят, просто нашел? Для себя кто молча... Шпион был? Кого-то выбирайте. Типа, пояснять? Ликс был. Слав, когда ты говоришь, типа, ну это может быть, типа, ресторан, подожди, может быть, типа, казино. Блядь, Наташ, тут не в этом дело. А ты сразу пытаешься, типа, а как ты про металл додумал? Ты сразу как будто те варианты отлетают. Алло, блядь! Казино я сказал уже после того, как он выбрал. Я сказал только ресторан. В любой локации можно тратить дохуя денег. Театр, блядь, корпоратив, университет, спа-салон, блядь. Я знал, что это банк на марке еще. Почему? На марке? Ну, я прям, ну, потому что кто-то сказал про зеленый цвет. Марки. А потом, и, кстати, сказали про одежду, не одежду. Основная и... ошибка, то, что когда и, задают, короче, вопросы очевидные, все нет. Возникают, вот. Нахуй. Так нет, в смысле, этот вопрос был неочевидный. Ты в курсе, что в банке немного денег именно тратится? Какие услуги банки продаются? Я могу ответить нет, на самом деле, вопрос, все. Слава, не твой, твой вопрос меня просто подтвердил еще раз. Я знал, что это банк. Ну, по ответу и по вопросу было понятно, на самом деле. То, что а, было. Вы... Я Алекса тоже подозревал. На минуту уже проговорили. Окей, окей, Алексей, ладно, Алексей, Алексей. Алексей. Да. Вы когда зеленый, подождите, вы когда зеленый выбирали, вы считали, типа, то, что зеленые деньги? Да. Я потому что подумала о Сбербанке. А металл, цветочки. Типа, сейф, да? Алексей. Я металл, сейф, я имел да. в виду про купюру. Алексей. Да. Все. Могу ли я поэтому дольше думала. Там пофлексить? Со своими корешами в этой локации. Я бы не советовал. Но по сути могу, правильно? Ну вы везде можете пофлексить просто, как говорится. Тут просто очень интересный флекс. Да, тут будет очень интересный флекс. Хорошо. Вячеслав, а могу ли я... Слабается, блядь. Чего, блядь? Ну пусть я вопрос задаст, я отвечу сразу быстро. Вячеслав, могу ли я на эту локацию прийти с животным? Ну, вообще так не принято. Ну, я не знаю, можешь или нет, но вообще так не делают. Ну, в смысле? А можно проголосовать за него, блядь? Да, можно проголосовать. В смысле? Пусть задаст вопрос. Нет, задавай вопрос, задавай. В этой локации есть специальная форма? Это мне? У тех, кто там, так сказать, работает. Ну, я понял. Окей. Что, блядь? Это не Слава. Что, ебаный, блядь? Я проголосовал. Я нет, я не буду. Это не Слава. Ну ладно. Ты, блядь, хуели, блядь. Шакалы, блядь. А что ты такой спокойный стал, блядь? Гореть. В смысле? Или тонуть. Ну, вот так вот. Гореть. Катя, это... вопрос. Это не нога. Часто конфликты на этой локации? Да. Так. Есть ли какие-то возрастные ограничения для того, чтобы там быть? Есть, конечно, но если будет прям ситуация критическая, то их не будет. Хорошо. Все, Екатерина. Ну все, уже достойный ответ. Окей.
Ну, кто? А, мага я? Мне. А, нет, я задала все. Мага мне задает вопрос. Бля, я хуй знаю, что задать на самом деле. Волнение, волнение, психология пошла, блядь. Мага-то волнуется у нас. Мага-то время тянет, мага. Вам не понравился мой ответ или что, по-моему? Мага, мага, давай, 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 бежала, мага. Да подождите, не вкидывайте в него, блядь. Да не кидайте. А давайте хотя бы круг доходить, блядь, чтобы понимать, типа, ну это же я уверен, что не единственный тупой ответ, блядь, который будет. Слав. Что, еще мой есть? Окей, окей, выбери. Бля, ну хуй знает, что спросить. В смысле хуй знает? Реально, я хуй знаю, что спросить. Если соберись. Я знам, то этот вопрос будет очевидный, и он спалит локацию. Так ты с другими локациями спрашивай вопрос. Обязательно противного спрашивай. Ну окей, давайте, закрытая и открытая локация. Ну это я просто вот. Не знаю, что спросить, я поэтому... Ну вот давай, давай. Открытая. Все окей. Ну не знаю, у меня ты очень подозрительный. Вам не понравился мой ответ? По-моему, я прям дал точный ответ, когда Катя меня спросила. Марк, я, если захочу, могу там взять... Например. Надо все в твоих руках ебать. И заказать туда еду. Нет. Нет. Окей. Нихуя себе пожрать, бля. Сука. Ну хотя бы не взять, как говорится, там. Так, марки. Да, Марк. Марки. Опять марки. Марки, блядь. Давай. Драки, мапки. Марки, точнее. Ты бы взял. В рот? Не, это очень очевидный вопрос будет для шпиона. Не, нихуя так не пойдет. Смотри, охуенно. Тебя взял бы, да. Ты бы пришел на похороны в эту локацию? Нет. Окей, окей. Да. А что на Слава ответил? Да что-то непонятное, блядь. На твой вопрос. Что-то да, еще даже не запомнила. Что-то такое там, что-то. И тихий-то посидит, блядь. В смысле, нет, я не тихий, блядь. Как же ты тихий? Подожди, я спросил, можно ли туда со своими животными, он сказал, что не принято. Что он сказал? Не принято, он сказал. Ты сказал, не принято. Вы сказали, не принято, Вячеслав. Ну, не принято, Зарк, давай. Зарк, я задаю тебе вопрос, короче, этот. Большое количество людей или маленькое? А вам не кажется, что вопрос в ответ Вячеслава, он как бы... А что он ответил? Сейчас. Зарк, давай. Я тебе задаю вопрос. Над этой локацией может самолет пролететь? Ты мне задаешь? Да, тебе. Нет. Ой, извиняюсь. Окей, задаю вопрос Славе. Давай. Слава. Сразу ответишь. Могу ли я сейчас пойти... пофлексить там. Нет. Да, ну ты вопрос мог не задать. Ты задавал мне такой вопрос, ты чё, Гвин? Нет, тогда с другом, а я сейчас хочу прям. Бля, ну это Гвин либо бустер, либо хуй знает. Да нет, только флексить хочет, бля. Подожди, Славе задай Славе. Хорошо. Задавай. Чё? Дим, Славе, задай. Задавайте. Мне сначала вопрос, я не могу так просто задать. Гвин же Славе задал уже. Слава, задавай, Диме. В смысле, я задаю? Да. А ты мне задал вопрос, могу ли я прийти пофлексить? Это опять такой же? Ну да. Ебать, креатив так и прет, я ебал. Доставка еды, блядь, есть в этой локации? Уже спрашивали. Ну а что, по стопам Гвина пошел, ел. Давай другой вопрос. В этой локации часто машины ездят? А у кого ты спрашиваешь? У нас всех. Нет, в смысле? Вы же сказали, мне Диме задать вопрос. Дим, давай. Да. Мне кому задавать? Я ты как на вопрос ответил. Он сказал нет. Я сказал нет. Не часто. Что-то слова за три, я не знаю. Я наоборот в телефоне, в смысле. Подождите, что? Подождите, какой вопрос был и какой ответ? Ездили там машины, ребят. Блин, странный вопрос. И туда нельзя с животными. Нет, подожди. Кому мне задавать вопрос? Славе, добивай, Славу. Да вы вдумайтесь, туда не принято с животными? Не принято! Да, Слава. Нет, а еще Ликс... Давай так. В смысле? Вы должны... Ну, что ты сказать, что там нет животных 100%? Обвиняем, да. Нос, рота или ухо? Голосуйте, он сейчас угадает, если вы будете тянуть. Ребята, вы не голосуете, алло. Ай, блядь. Кто был? Кто, Слава? Кто? Войско крестоносцев!
Да. Блядь! Я даже видел это, блядь, какой нахуй мозг крестоносцев? Чего вы не голосуете там? Чего вы не нажимаете? Ну, я не знаю, что они не голосуют. Я голосовала. Да ладно, давайте дальше. Блядь! Так нахуя? Бля, Некскатка, вы голосуете, ребят. Что? Кто сейчас говорит? Эй, ёпки, хуй меня уже сыпите. Я выбираю. Я выбираю, хорошо. Чё? Гузлик меня уже сразу тупит. Я вопрос задаю, что ты выбираешь. Блин. Хорошо. Яблоко или огурец выберешь, мне вот интересно. Яблоко. Бля, ёбаная попа, ебать сложно было, вообще пиздец. Хорошо, дальше. Марк. Нахуй роту сказал, блядь, я сразу подумал про роту, блядь, про войско, это пиздец полный. Покопать нет, не можешь. Ну, хорошо. Наташ, ты видишь в этой локации своих тиммейтов в КС? Да. Так, кстати, жалко. Могу ли я прийти и сделать какие-то там свои услуги? Блять, заебал свои услуги продавать! Головные услуги! Когда говоришь свои, типа, что ты имеешь в виду, типа, свои? Ну, в смысле, вот так яички подержать, так... Например, сделать себе массаж. Себе, блять? Ну, бля, ну честно, честно... Ты можешь его вместе себе массаж сделать? То ли Кенсуха, то ли, я не знаю... Что-то не-не-не, она ответила на вопрос нормально. Давайте дальше. Я отвечу на вопрос. В теории ты можешь себе везде, почти везде делать массаж. Ну все, давайте ну, дальше. Чтобы, да. Чтобы киску, кто-нибудь киску сделал мне массаж. Не, кто, подожди, ответь напрямую, просто ответь. Можно это сделать? И кто-то может себе сделать. Да все, все, не отвечай, не отвечай. Все, пизду, не объясняй. Дальше, дальше, давай. Окей, окей. Блин, она шпион. Мага, мне кажется. Нужно ли соблюдать дресс-код определенный на этой локации? Нет. Нет, блин, ну вообще, типа... Я знаю, сосать! Я думал, что Марк... Ты чё, бабки, блядь? Марк про КС-ку, блядь. Я просто смотрю на локацию и ничего не понимаю. Марк с КС-кой зарубил, блядь. Так вы слышали? Он ответил, типа, яблоко. Да, он ответил яблоко. А чё это пришло? И потом спросил про картошку. Что это? Что? Там вообще база была. Жрачка! А ты ходил, когда Марк про КС? А что КС, это? Да, да, да. Я просто искал локации, которые подходят к этому. Ну а что это? КС. Да тиммейтов КС, да, это. Я просто не видел ее. Что, я получается яблочко? Я думал сначала что? Да, да, да. Алексей, ты заказала? Я могу там посмотреть кино. Там? Да. А я не знаю. Да, ну, нахуй. Не, там, где я был, я не смотрел там кино. Ну все, это понятный вопрос. Все. Дальше. Вы иногда вам не надо оправдываться, вы должны понимать, вы не должны прям раскладывать ответ на вопрос. Я понимаю, но просто где-то кто-то был, может быть, он там смотрел. Нет, я тебе говорю, вообще не надо оправдываться, бля. Просто спросить, да, да, нет, все. Можешь вообще сказать, типа, там пернуть, я не знаю, жопу подставить, там неважно, блядь. Хорошо. Я не понимаю, себе ответ, блядь. Ну, это ответ. Просто когда вы тоже так отвечаете, там реально минус 7 локаций, минус половина локаций. Хорошо. Вячеслав. Да, я это я. Нет, Вячеслава. Чтобы... Можете ли вы прийти туда в любое время? Да. Ликс. Да. Хочу покушать. Поешь? Ебой. Ебой, так из какого-то фильма, по-моему, диалог сейчас был, не, Андрей? Поешь? Это все, это был вопрос. Нахуен. Это бизнес-тренинг сейчас произошел короткий, блядь. Гениально. Ты задал вопрос? Да, давайте скорее вопрос. Хочу покушать. Все, все, это был вопрос. Окей. Хочу покушать, это не вопрос. Да все, зарк, блядь. Вода, кислород или огонь? Кислород. Давай мне. Так, три цвета. Смотри, красный, такой пурпурный или белый? Красный, пурпурный или белый? Ну, красный, наверное. Не знаю, наверное, красный. Не совсем поняла, не ладно. Так. Кому мы с кем-то пришли, по-моему?
Мага. Сейчас подумаю. Нет, блядь, Сумаил. Можно ли там отпраздновать день рождения? Ну, можно отпраздновать. Ну, типа праздник устроить. Это туда. Давай, успех. Мага, сори. До свидания, Магомед. Вы долбоёбы, там можно устроить день рождения? Да, конечно, пригласи туда. Мага, у всех там, бля, приглашение, блядь, идёт. Да. Голосуйте только все, пожалуйста. Нет, меня спросили, можно там отпраздновать день рождения? Ну, можно, нельзя праздновать. Я спросили, можно ли там устроить праздник. Нет, там первый вопрос был, можно отпраздновать. Я сказал, можно отпраздновать. Почему тут нельзя отпраздновать? Окей, давайте до конца. До конца, да. Бля, забыл такой вопрос, хотел задать опять кек. Для каждого отпраздновать по-разному тоже. Кек. Давай, Мага. Ну, окей. Сейчас будет Рафан и Бала жесткая. Могу ли я там покачаться? Можешь, блядь. Бля, из твоей логики это везде можно сделать. Подожди. Бля, чуваки, там можно отпраздновать день рождения? Что за хуйню вы несете? Почти именно отпраздновать. Отпраздновать, да, а устроить праздник, как сказала. Ну зачем это вот другое? Это вот все устроить праздник вот при особом... Все, праздник. Погнали, Next, пожалуйста. Маный хуй, давай вопрос отвечай на то. Что за Гинсука? Я сказала нет. А, ты же говорил вот дату этого, не? Нет, я сказала нет. Она сомневалась, она такая... Бля, мне кажется, что ты нечестно Гинсуха. Да что ты, да что ты, да что ты. Да, Next, давай, Next, сейчас хорошо задаст. Могу ли я там... почитать книжки, поучиться. Да, а мне вопрос. Да, конечно. Да. Почитать книжки? Да. Дальше. Да. Маркиз, давай. Пизда ты хавчик. Согласен. Так, кто сейчас? Жарко. В смысле, ну пусть вопрос задаст нормально. Кто вопрос? Кстати, может быть, не пиздатый. Ну, это уже нормально. Все, Зарку вопрос. Да. Приятного, ребят. Нет, Марк спросил что-то у мапки? Да. Окей. Блять, а что, вилки там не было? Какой вопрос был, я не услышал. Нет, ты не взял. Охуенный вопрос был. А, я в клаву капнул, блять. Блять! Эй, Вазарк. Блять, сука! Могу ли я там переночевать? А переночевать? Не очень просто. Мне кажется, это мага. Окей. Ну, допустим. Мага, да, мага 100%. Мага вообще. Так, сидит, я спрашиваю, Гвина, могу ли я там улыбается. Капнуть? Пусть я сок закажу. Да, можешь. Хочешь, а то есть вопросы, окей. Вопросы, подождите, мага. Капнуть это нормально, подожди. Да? Ребята, мага, вопрос к тебе, мага. Да, давайте обвиним его. Стой, подожди, вопрос я сначала. Я мага. Давай. Дай сначала вопрос, подожди, да мага. Да нет никакого вопроса. Да, слушай. Задай более-менее вопрос, я отвечу сразу. Хорошо, более-менее. Могу ли я там покататься? Поехали, бля, жрать. Нет. Мага. Все, пизда ему! Да, пизда! Нажимайте! Бустер нажми! Бустер готов нажми! Там можно только на определенном... Мы даже обвинить не можем нормально! Мы даже не можем нажать! Вы АЛС, я в тиме! Чуваки, вы долбоёбы! Это не мага, ребят! Там покататься можно только на определенном, если вы понимаете, о чем я! Но там нельзя просто кататься! Ребят, это либо... Да, шпион тоже понимает! Это либо Катя, либо Гинсуха! Это либо Катя, либо Гинсуха. Спросите, спросите у Кати. Спросите у Кати. Спросите у Кати. 4 минуты. Спросите у Кати. Спросите у Кати и у Гинсухи. Задайте вопросы. У Кати спросите. Спросите у Кати. Окей. Убери лишнее. Давай, мага задаст вопрос Кате. Мага, пусть просит. Я и так должен задать. Давай. Убери лишний свет. Белый. Синий или голубой? Этот вопрос был у нее был уже вопрос про... Тихо, это немного другой. Лишний цвет, лишний. Это мне? Да, тебе. Лишний? Какой еще раз? Белый, голубой или синий? Синий, лишний. Он слишком пряно, слишком долго думает на самом деле. Задай мне! Кикаем ее! Кикаем! Задай мне вопрос, Ната. Задай мне. Я задам Кате хороший. Давайте. Ко мне может туда прийти друг? Все вопросы! Кому задаешь? Ты меня задаешь? Ну да, наверное. Ладно, пусть Катя. Катя, задай мне, я тебе еще один задам. Блять. Ко мне может туда прийти друг? Да, может, говорю. Да какой маг, я тебе на вопросы за секунду, блядь, там нельзя кататься. Как ёбаный сыр, блядь. Я там такого угла даю, блядь. Так что, ну, кто кому-то?
Вы, Екатерина. На машине, нахуй. Кому? Кому задавать? Не знаю, проверьте Дрейка. Задай он молчит Марку, что-то. Марк, хороший вопрос, если он Гинсуки задаст. Ну, не знаю, я могу задать вопрос. А, Марк. Скажи, нормальные пожалуйста, были. Можно ли взять... Может ли добыть твои сексуальные фантазии от локации? Да. В теории вообще, да. Все что угодно в теории. Так. Да, вы просто вот висит. Наташ, смотри. Ты бы в эту локацию на чем бы отправилась? На Жигуле, на автобусе, либо на газельке? На газельке. На строго ебать, сверху басу. Оседлать его, блядь. Кому Мак, блядь, задавать мне вопрос? Мне кажется, может Мак? Кто это? Мак, 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 спросите. Давай, какой Мак? Давай, Мак. Да мага охуенно отвечает. Да не мага, блядь. Это чуваки, блядь, когда вы спрашиваете, покататься можно или нет, я говорю нет, и вы начинаете с этого охуевать, я охуеваю еще больше с вас. А задайте то за арку, может, он молчит. Может, я скажу, на чем-то можно кататься еще, да, чтобы вам было понятно. Задайте за арку, он молчит вообще. В смысле? Задайте я за говорю, арку. Можете задавать любой вопрос. Давай. За арку пизда, все. Не, подожди, давай спрашивай любой. Давайте вопрос ему. Зарк, ты... Часто бываешь на этой локации? Нет, вообще редко. Задавай он ты. Он сразу ответил. Хорошо. Задавай ты. Так. Ну, то, что ты я даже не понимаю. Дай Кате еще один. Везде можно быть редко. Задай Кате еще один. Кате задавать вопрос? Да. Что ты выберешь? Паркет или плитку? Плитку. Блять, у нас минута 30. Задайте Гвину. Да я задам охуенный вопрос самый в мире. Давай. Стой, это же может быть Гвин, он офигел. Тише. На изи. Ребят, это кто-то не очень умный, потому что это... Это Гвин, если не умный. Это Гвин. Слава, давай. Буби, Крести, Пики, Черви. Тогда Зарка была. Чем тут карты, блять? Ну, давай, отвечай. Ну, это не карты. Давай, отвечай, там все логично. Еще раз, ну, Крести. Не, неправильно. Смотрите, Гвин офигел с моего ответа, хотя он был очевиден. Я готов на любое ответить, вообще любой. Лорд Кавун. У нас 50 секунд. Голосуйте, Лорд Кавун. Лорд Кавун. Ну вообще-то может могут быть и Крести. Я там работаю. Проголос. А где ты работаешь? Да, блядь, давайте, ну, типа... давайте, короче, обвинение. Пароли. Я пароли там работаю. Я там пароли работаю. Голосуйте. Если это Гинсуха, я охуею. Я пароли работаю там. Голосуйте, нажми. Давайте Гинсуху. Не-не, давайте Гинсуху. Я в морду. Давай. Время! Дайте по десерту. Гинсуха нормально. Да кому не морда? Ты охуел? Урод, блин. Он шпион. В смысле? Почему ты так долго угадать не мог? Ты специально? Что за прикол? Я ответила вопрос, типа там можно на дистанционно учиться, там можно ко мне друг туда может прийти. Дима, ты специально? Гвин, а при чём тут Крести? А Крести тут при чём? Типа крест, медицинский крест. Дима, ты специально отвечал не так долго? А я что-то про черви подумал. Я тоже. А там и то подходило. Просто я думал, ты бы давно угадал, там газельки, кресты постоянно всякое. Не особо умный, блядь. Сука, переиграл. Алексей, что? Всё, магу. Так, сейчас я, да, задаю вопрос? Я задаю вопрос. Могу ли я там, Алексей, походить в трусиках? А у меня не обновилось еще. Еще не обновился таймер, да? У меня тоже. Ну, это типа... А, так игра закончилась. Да, это игра закончилась. А, это там уже в трусиках. А Гвин подумал, что он шпион. Шпион, да. Понятно, спалился. Я новые локации запускаю еще.